Второй объект, на который я хочу обратить ваше внимание, это администрация губернатора Калужской области. Я хочу показать вам, в каком состоянии находится это сейчас здание. Я думаю, что стоит потратить деньги, провести экспертизу о том, не является ли оно аварийно опасным. И, может быть, стоит подумать о его реконструкции серьезном. Вот смотрите, что здесь происходит. По-моему, даже комментарии излишни. Вот такое вот здание. Просто разрушается. А также вот все эти сооружения, конструкции. Дают трещины, просаживаются. Также рекомендую обратить внимание на это здание.